Налоговый комитет при правительстве Таджикистана запланировал ряд мер для противодействия коррупции среди сотрудников своего ведомства. Об этом сообщается на сайте ведомства. Согласно разработанному внутриведомственному плану мероприятий по борьбе против коррупции, предполагается укрепление социальной поддержки сотрудников налоговых органов, создание для них благоприятных жилищно-бытовых условий. В частности, предполагается обеспечение налоговиков служебными квартирами, участками земли для строительства жилья, а также финансовая поддержка. Для того, чтобы госслужащие имели возможность получить дополнительные законные доходы, рассматривается вопрос разрешения им пилотным способом заниматься индивидуальным и малым предпринимательством. Наблюдатель отмечает, что среди жителей Таджикистана сотрудники налогового комитета считаются одними из самых коррумпированных госслужащих, наряду с сотрудниками таких ведомств, как МВД, ГКНБ и ГУИ УН.